стоянию, говорю, Господь, стоящим передо мною. И говорю, аминь, а очі, а ты внимай, говорю, Господь. Лебе не бітен кантер геудисами. И часто задаешься вопросами. И говорит, Господи, а что дальше? И как дальше? Что будет? И так, аминь, уго твое, фараудисами, наклоняешь, чтобы услышать, что будет далее. Лебе не плаете фараудисами. Лебе не плаете сами, народ мой, разве ты не видишь? Разве ты не слышал, Херба де Клауде, что я возвещал и возвещаю, говорит Господь? И разве ты не видишь, что я совершаю на этой земле? Лева не гиперфазис, аминь. И ты видишь, аминь, что враг, аминь, фараон делает на этой земле. И я хотел бы, чтобы ты, аминь, фараон, был припоясан, припоясан истиною. И стоял, аминь, в вере, говорит Господь. И не только наблюдал и ревал эту аминь, а вот и ожидал, что будет дальше. Но чтобы керба этот, чтобы был светом среди аминь окружающих, говорит Господь. И чтобы был солью фаравагауде. И чтобы был кермопауде самим авоче в жизни радостный. И делал то дело, которое я получаю тебе. Так отвечает Дух Святой. Амин. Гиперфайдес самим. А говорю, аминь, многие взялись не за свое дело. Так отвечает Дух Святой. Потому что кермайте клауде самим. И часто враг аминь. Делает то, что рвался за мить, и его цель, чтобы украсть мир, аминь, из домов ваших, говорит Дух Святой, чтобы украсть мир в станах народа моего, Лебеди Клауде, и когда мира нет, говорит Господь, Фараверхауде, тогда рвался враг, имеет успех, и делает то, что ему угодно, Лебеди Клауде, и ты часто, аминь, теряешь надежду и умеренность, говорит Господь, но я не рвался за мить, не ускажу тебя, нет, говорит Дух Святой, если ты даешь мир, не место правде, то я и в жизни твоей, и ты имеешь радость и утешение, ибо я, Господь, сопровождаю тебя, Эрбаде Клауде, а я Бог мира, а маленький перфазис. Народ мой, правда, аминь, не всегда так буду говорить, нет, говорит Дух Святой. Я иногда говорю, аминь, правда, так, чтобы ты услышал ухом сердца, но кермайте, правда, аминь, но пришло время на землю, говорит Дух Святой, я буду так говорить, чтобы народ, аминь, видел, правда, аминь, что я есть Господь, не только говорящий, но делаю, аминь, по слову своему, и буду, правда, аминь, делать свое дело, чтобы многие еще пришли на путь спасения. Так отвечает Дух Святой. Фараоне, алло, отче, наследие мое, лебеди Клауде, аминь. Вот пришло время, говорит Дух Святой Фараоне, алло, что будет Карабахауде, аминь. Очень видно, служащих и не служащих, говорит Господь, лебеди Клауде, аминь. А ты, аминь, отче, в каком состоянии, если ты сегодня служишь, покоряешься Карабахауде, аминь, то разве, аминь, будет тебе страшно, и ты, лебеди Клауде, аминь, каждой дорогой, которую я буду сопровождать, если даже ключи преграды и чистота, говорит Дух Святой, то я буду рядом, эвенегейте, фараоне. Вспомни, говорит Дух Святой, фараоне, что я и в темнице с верными, раманегейте, фараоне, сами. Я не пропущу мимо, нет, говорит Дух Святой, фараоне. Я и в тот, который, фараоне, наблюдаю, веду, ураждаю, и над боящимся мы меня, так говорит Дух Святой, есть ограда моя, так отвечает Господь, раманегейте. Левани Клауди, аминь. Потому то, аминь, убойся не человеку, но меня Бога живого. Если слышишь, аминь, слово мое, принимай с радостью, отвечай, и разбирай веру, майте Клауди, и делай то, что я говорю твоему сердцу. Левани Клауди, вот ты же не будешь, нет, говорит Дух Святой, правда, аминь, Левани Клауди, но будешь иметь, аминь, правда, аминь, отец, и радость, и еще приобретешь другие правды, правда, аминь, как вступи на путь спасения, так отвечай, Дух Святой, амантейте, фараоне, потому что тебя есть цель, говорит Дух Святой, и для тебя есть время, Роман Клауде, и для тебя даю, а меня уже, я все не возимую, чтобы ты так ушел и был уверен, Роман Клауде, не в твоей праведности, так отвечает Дух Святой, но кербаде Клауде сами, но посмотри на меня, на тех, которые прости веры, майте Клауде сами, и иди так, говорит Дух Святой, армайте, Роман Клауде, перемена придет, народ мой, придет перемену, аминь, а вообще, даже, аминь, дома всех, кто есть, боятся меня, аминь, не Клауде, аминь, и боятся Бог отвечающий, кербали Клауде, потому что, аминь, а вообще, приходящим ко мне, не изумимо, нет, говорит Дух Святой Фараоне, а вообще, но говорю, Фараоне, аминь, о, разум поставлю вражу свою, аминь, Клауде, и Господь подобрати, он будет порушать каждый день, так отвечает Дух Святой, потому, аминь, стой, веры, иди, аминь, а вообще, прямо, строй, говорит Дух Святой Фараоне,
не наблюдай, кто как идет. Ну и ты помоги словам, по словам верный, кто не говорит указой. Арбалекалде, будешь иметь победу. И молодое поколение будет смотреть на тебя, короче. И ты будешь, аминь, аучи, светом. Так отвечает Дух Святой. Аминь. Аминь.